Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной аэробике проходил на базе Омского центра олимпийской подготовки «Авангард». За призы соревнований в течение 2 дней боролись около 400 спортсменов, представляющих 10 регионов Сибири и Урала. В списке участников – победители всероссийских и международных соревнований, претенденты на лидирующие позиции чемпионата и первенства России. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат России. Первые 8 мест попадают на чемпионат и первенство России. Сформированы команды, они отбирались на сборах, предварительно были сборы в начале января. Сейчас уже были сборы именно в Сибирском федеральном округе. И члены сборной команды Сибирского федерального округа уже приехали здесь выступать в своих составах, которые были отобраны до этого. По итогам соревнований возрастной категории 12-14 лет особенно порадовали омские спортсменки Мария Исипович, Софья Кириллова, Алина Чернышова и Мария Ахмадеева. Они победили в номинации группы, а также завоевали бронзовые медали в трио. Отличились они и в других номинациях. Омская команда выиграла в танцевальной гимнастике, а в программе чемпионата не было равных омскому спортсмену Данилу Чаюну. Он стал лучшим сразу в 3 номинациях – в смешанной паре, тройке и вместе со своими постоянными партнерами Кириллом Лобознюком, Игорем Трушковым и Оксаной Трухачевой в группе. Следующим этапом подготовки к главному старту сезона чемпионату мира для омских мастеров аэробики станет первенство России, которое пройдет в апреле в городе Суздаль.